Предлагаю приготовить вкусное пирожное. Отделить желтки от белков, добавить к желткам кукурузный крахмал, разрыхлитель и подсластитель. В отдельной емкости взбить белки до пиков и соединить обе массы. Аккуратно деревянной или силиконовой лопаткой снизу вверх ввести белки. С помощью кондитерского мешка или обыкновенного пакетика, как у меня, выдавить тесто на силиконовый коврик, как показано на видео. Выпекать в разогретой духовке. Для крема соединить творожный сыр, мягкий творог, подсластитель и ваниль. Как только наши кружочки приготовятся, остудить их и сформировать пироженки, как показано на видео. Можно украсить шоколадом. Очень вкусное и очень легкое в приготовлении пирожное. Приятного чаепития!